И всем привет, меня зовут Рицу, и мы продолжаем играть в УТТД. И в прошлой серии остановились мы на моменте, в котором у нас снова появилась надежда, та самая, которой нам всю игру не хватает. Нас постоянно настигает отчаяние, но никак не надежда. И в прошлый раз обвалился потолок, с которого мы узнали, что, видимо, на этаже повыше есть еще проход. Точнее, не проход, а оттуда можно выбраться, в общем. Ну, а дальше куда идти, я не знаю. Мы ищем Май, наверное. А ее все нигде нет. Май все нигде нет. Ходим туда-сюда, что-то ищем. Но никого мы найти не можем. Эй, Сара, Курмад не пытался с тобой связаться? На самом деле нет, воспользоваться рацией. Кстати, зачем нам ее дали? Надо попробовать связаться. Я пытался связаться с Курмадой по рации, но ответа не было. Может, он куда-то ушел? Вряд ли. Отложи мне рацию ненадолго. Я проведаю его и поищу, если он не на месте. Мне надоело держать какао. Я могу тебе это доверить? Конечно, блин, Сара. Хороший вопрос ты задаешь, Ранмару. Немного неловкий. Будь осторожнее. Хорошо. И он пропал. Не знаю, не нравится мне вот это движение. Их то, что они... Май куда-то пропала. Она явно что-то от нас скрывает. Мы ей просто карточку отдали. Фиг знает, где она теперь находится. А ты что, стоишь? Пришлось все-таки остаться одной. Ну, стой дальше, стой дальше. На лифтах никого нет. Никого. Куда теперь Ранмару ушел, я тоже не знаю. Оставил нас без рации. Мне кажется, какой-то гениальный ход, гениальный план кукол. А, что? Мейпл пропала? Не может быть, она заработала? Невозможно в таком состоянии. Это плохо, Мяу. ID-карта все еще у тетеньки пекаря, Мяу. Пекаря? Она пекарь, что ли? Если мы на нее наткнемся, у нас будут проблемы. Ну, с богом, что теперь будем осторожнее ходить, получается. Хотя мы рано или поздно все равно наткнемся, наверное, на нее. Прямо сейчас. Нет. Это всего лишь Мидори. Всего лишь Мидори, старый добрый. Что делаете? Мидори, эй, если у вас так много свободного времени, поможете мне вот это донести? Мейпл? Это... Ага, Мейпл, бедолага. Куда ты ее несешь? В операционную, конечно. Я починю ее с помощью силы своей любви. Абсурд, мы тебе не позволим. А? Вы не хотите, чтобы я вернул Мейпл? Ох, бедная девочка. Неверно, ты лишь снова заставишь ее страдать. Если хотите остановить меня, придется убить меня. Не то чтобы я верю, что кто-то, кроме Мейпл, сможет это сделать. Ладно, отойдите в сторонку, не нужно в операционную. Да, Мидори делает, что хочет, и мы ничего не можем ему... противопоставить, к сожалению. Что теперь? Он забрал ее? Ух. Не знаю, можно было ее отжать силы, попробовать. Оттуда доносится смех Мидори и грохот инструмента. Что нам делать? Мы совсем бессильны, черт побери. Что-то ужасное происходит прямо у нас перед носом, и мы не можем это остановить. Такими темпами Мейпл снова нападет на нас. Кейджи, что мне делать? Так, а это чё? Проверка, проверка, меня слышно? Это, надеюсь, это Май. Если не Май, то я не знаю. Вещает ваш дружелюбный полицейский. Как поживаете? Голос Кейджи. Пока я его не увижу вживую, пока он не будет стоять передо мной, пока это не будет... Пока я не убежусь, что это человек, а не кукла, я не буду радоваться. Что это? С радостью бы все объяснил, но боюсь, времени нет. Если вы меня слышите, у меня есть просьба. Я такой не говорю, что она последняя твоя просьба. Принесите ID-карту в класс. Мне нужно, чтобы это сделала Сара, и чтобы она пришла одна. Рассчитываю на вас. О... Это какая-то мега-ловушка, не знаю, от манекенов. Это голос Кейджи Шиноги, верно? Да, но... Мистер полицейский, так он в порядке, Мяу?
Но это точно он? Уф, ты почему сомневаешься, девочка с ведром? Это все очень странно. Зачем просить Сару принести ID-карту одной? Тем более мы не можем даже принести ее, у нас нет ID-карты. Майя просто ушла, Ранмар просто ушел. Всех отпускаем, куда хотят, пусть идут. Какой-то такой себе Лир и Сара, на самом деле, в данной ситуации. Ну, кто еще мог так сделать, мяу? Верно, Мидори ведь здесь, верно? Верно. На самом деле, Мидори может где угодно быть. Я не знаю вообще, как он это все проворачивает. Но он везде. Нам нужно вернуть ID-карту. Но это для начала, а потом уже будем решать, что делать. Куда делась Май? Какая неприятная ситуация. Вот ID-карта Сара. Она пришла обратно, отдала нам ID-карту. Где она была? Что она делала? Май, ты была не в той комнате? А? Нет. Насчет этого подозрительного объявления, вы ведь собираетесь пойти проверить, да? Я останусь здесь, чтобы вы могли пойти вместе. Почему? Зачем тебе здесь оставаться? А чтобы мы могли пойти вместе? Я ничего не понимаю. По-моему, Май говорит какую-то полную чушь, делает, что хочет, а мы просто верим ей и идем на поводу у нее. И просто как бы вопросов у нас нет. Все нормально, все хорошо. Верно, мы должны узнать, кто за этим стоит. Удачи. И она так нас спокойно посылает, я не знаю. Нет, что-то не так. Май ведет себя странно. Да хоть что-нибудь сделайте, хоть что-нибудь. Нас просто в ловушку заводят, и мы ничего не можем сделать. Мы просто смотрим на них, и все. Что-нибудь. Пойти одной, пойти вместе. Я не знаю, пойдем вместе, на самом деле. Я не хочу. Ладно, пойдем вместе. Да, увидимся у лифтов. Ой, Май, что ты делаешь, Май? Что ты делаешь? Ну же, быстрее в лифт. Ой. Май, что ты задумала? Я только начал говорить, что ты нормально, типа, снова я начал тебе верить, но теперь... Ты какой-то фигней занимаешься, и я совсем вообще не понимаю, что происходит. Это все очень странно. Уверены, что нас не загоняют в ловушку? Почему ты так говоришь? Нужно верить в Кейдж. Даже, блин, ты его даже толком не знаешь. Возможно, все же не стоит туда идти. Сначала мы должны найти Кубитару Гамбургера. Я же сказала, Кубитару в порядке? Боже. Простите. Я зашла в лифт одна. Эй, что ты? Обещаю, скоро вернусь. Блин, выбора нет. Неважно, насколько это подозрительно. Если я смогу выяснить, что случилось с Кейджи, я хочу знать. Даже если ответ мне не понравится. Боюсь, Сара там что-то прям не совсем. Нужно идти в класс. Я чувствую, что что-то будет очень... Очень плохое, я не знаю. Какое-то у меня скверное предчувствие. Здесь никого нет. Кейджи? Здесь никого нет. Где же ты? Где же... Проход в комнату с зарядным устройством. Блин, я боюсь, что сейчас будет? Берегитесь угрозы сверху, когда вы одни. Кстати говоря, об угрозе сверху. Написано, я согласен поклясться верности Асунару в обмен на исполнение желания. Почему так тихо? В чем подвох? Что сейчас произойдет? Я не знаю, куда должен нажать? А какой-то звук доносится из-за подиума. Там кто-то прячется. Ну, с богом. Выбора нет. Кто там? Что за... Не подходи, Сара. Что? Я один, я здесь один. Зачем мне это меню показывать? Я здесь один.
Это Кейджи? Что происходит? Ну, это похоже на него, блин. Давайте сохранимся. Я, кстати, когда начинал видео записывать, оказывается, что я не сохранился в прошлый раз. Мне пришлось заново все проходить. Блин, неприятно получилось. Мне даже выбора нет. Я ничего не могу сделать. Я могу только говорить, но зачем это все меню это появилось? Этот голос, это ведь ты, Кейджи? Назад. Ну что, у меня нет выбора. Я только могу говорить с ним. Разговор. Это ты меня звал? Слушай, что я говорю. Я должен поговорить с ним, видимо. Если ты вышел, тогда почему? Не подходи, Сара. А-ау. Резкая боль пронзает мое тело. Кейджи. Сара. Кажется, последним, что я видела, было лицо Кейджи. Что сейчас произошло? Часы. Немного ранее. Опа. Что было с Кейджи, получается, сейчас нам покажут. Гроб открывается. Йо, как себя чувствуешь? Воссоединение! Морда у тебя не очень. Ответь хоть что-нибудь, Кейджи. Настоящий Кейджи. Фух, голова все еще кружится. Рад, что ты в норме. Стоять можешь? Подожди, а что если... Если наоборот это была не ловушка, а моя специально... Заманив... Ну, я не знаю. Потом Кейджи говорит, не подходи сюда. Я ничего не понимаю. Кто... Кому верить вообще? А теперь мы за Кейджи играем. Или это... Временно. Не совсем. Мы играем за Кейджи теперь. Лады, сейчас закрою крышку. Ладно, ладно, вылезаю. Эй, ты действительно не очень хорошо выглядишь. Все в порядке? Ага, в полном. Спасибо за беспокойство. У него вроде всегда такое лицо. Теперь надо бы оценить ситуацию. Ну, раз ты полицейский, я думаю, тебе это не привыкать. Оценка ситуации. Спасен, порадуйся хоть немного. Я выгляжу настолько грустным. Поблагодарите ее. Спасибо, Май. Я обнимашки. Давай к нам, Кутара. Что-то тебя понесло. Меню. Но мы не можем посмотреть профиль Кейджи и все такое. Че ты как, Кейджи? Как дела у Сары и остальных? Где сейчас Сара и остальные? Взяли карточку и смылись на верхний этаж. Видимо, система управления гробами сработала. Рада, что ты не поджарился. Я тоже. Какое облегчение, значит, все в норме. Ну, насчет этого... Курумада получил серьезное ранение. А Мейпл все еще бушует на этом этаже. Впечатлен, что вы оба в порядке. Давайте сбежим на верхний этаж. Тогда давайте поднимемся быстрее на верхний этаж. Нужно встретиться с Сарой и остальными. Да, согласна, мы не можем вечно прятаться. В гробу было очень страшно. Я чуть не умерла от клаустрофобии. Значит, Май и Кутару прятались в гробах. Но только если Мейпл попрется за нами, у них будет, у всех будут проблемы. Тогда что нам делать? Есть идейка. Вырвем лифты, чтобы Мейпл не могла их использовать. Ты говоришь про рычаг галереи? Ну, тогда мы здесь застрянем. Да, Ланти. У нас тут вот этот затвор, все будет окей, лады. Все будет окей, лады. Это наверняка старые ребята сделали. Тогда, эй, кто-нибудь, откройте. Кутара помахал рукой, но ничего не произошло. Никто нас не видит? Мы здесь застряли. Давайте поищем другой выход. Сейчас лучше попытаться поискать другой выход. Ничего себе, как удобно, что второй выход здесь в этой комнате где-то будет сейчас. Ага, не можем же мы просто тут отсиживаться. Нужно быть осторожным и осмотреться. По-моему, этой песни тоже, этой мелодии давно тоже не было. В этой главе, по-моему, ничего ни разу. На камень что-то написано. Ты же любишь оценивать ситуацию, прочитай, что там написано. Вход закрыт большим затвором. Наверное, старые остальные закрыли нас здесь. Ага, типа того. Да,
Так, из чего начать оценивать ситуацию? Гробы, наверное? Гроб, в котором был я. Внутри что-то написано. Слева направо. 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4. Когда я был внутри, в темноте этого не было видно. 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4. А где есть тут пароль? Я понял. А как считать получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, так получается. 1, 2, 3, 7, 6, 5. Ого. Кейджи, глянь, стенка двинулась. С первого раза я это сделал? Мне повезло, что я именно так посчитал, получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. А, нет, наоборот, 1, 3, 4, 5, 6, 7 это прочитал. На самом деле реально повезло. Кажется, она откроется, если толкнуть дверь. Май толкнула стену. Опа. Сколько здесь проходов потайных, блин? На каждом углу есть потайной проход какой-то. Рычаги везде, лифты, еще комнаты какие-то секретные. Так она ведет сюда. Ура, мы выбрались. Я бы направился сразу на пятый этаж, но... Давайте выключим лифт. Рычаг, да? Давайте выключим лифт. Рычаг нажат. Здесь можно выключить лифт. Вы выключили лифт. Теперь Мэйпл наверх не поднимется. Вернемся на кладбище. Да, пока она нас не нашла. Подождите, кто-то идет. Прячьтесь. Фух. Кто? А, Мэйпл. Это Мэйпл? Что делать будем? Ну, видимо, у нас выбора опять нет. Кроме как посмотреть на нее. Она странно себя ведет, наблюдать со стороны. Давайте посмотрим пока что. Кажется, она не может двигаться, но... А, понятно, спасибо. Мы подошли к Мэйпл. Кейджи, Кутаро, Май, не подходите. Я сделаю что-нибудь ужасное. Все в порядке. Вы подняли Мэйпл. Эй, Кейджи? Какой джентльмен, даже манекены, куклы. Им поможет он. Видишь, я тебя не обижу. Ты так добр. Не думаю, что она нападет. Я делал такие ужасные вещи. Потому что мы забрали у тебя ID-карту, да? Эй, тебе правда так нравится Мидори? Да, но я должна убить его. А? Монстры должны убивать всех, кроме людей. Моя цель тот, кто находился в гробу номер 4... Хиори. Так ты что, на нашей стороне? Да, верно. Но Хиори решил помешать мне. Любовь. Ничего себе, она покраснела аж. Интересно. Я была запрограммирована любить Хиори. Запрограммирована? Но ты также должна была убить его. Поэтому я не могу убить его. Но если вы сможете уничтожить эту любовь, я могу стать оружием убийства Хиори. Вот в чем мой секрет. Что за глупости? Твои чувства используют как какая-то игровая механика. Вот наше абсолютное оружие против Мидори. Можно с помощью Мэйпл убить ее, да, его. Но это хорошее чувство. Куда лучше, чем предполагал Хиори. Ты поэтому с катушек слетела? Простите меня. Ух, времени нет. Эй, держись. В комнате со шкафчиками проверьте центральный с левой стороны. Пароль 3141. Возьмите то, что там лежит, и вернитесь сюда. Мы вернемся. Идем посмотрим, что в шкафчике, и принесем ей. Давай посмотрим. Левый по центру, 3141 пароль. Кутар, давай вернем пароль.
Сейчас будет, все сделаю. Не так хорошо ладят. Да, между ними много что произошло, пока ты там лежал, отдыхал. И тут фонарик есть. Что это такое, фонарик? Давайте спросим Мейпл. Ну я-то знаю, что за фонарик это. Эй, Мейпл. Хиори. Воу, полегче. Хиори. Бесполезно, она совсем нас не замечает. Она сломалась? Жаль, у нас нет абсолютного механика, который мог бы починить ее. Мейпл сказал нам забрать фонарь и вернуться. Может, она хотела, чтобы мы осмотрели комнату? Попробуем воспользоваться фонарем. Опа. Какой-то пейзаж. Что? Эта картина выглядит как-то иначе? Сейчас позырим. Разве ты достанешь? Я подпрыгну. О, мощно. Вау-вау-вау-вау. Кутар, у тебя откроется рана. Извиняй, рана, да. Но там за картиной какая-то кнопка. Я подпрыгну. Оп. Вы нажали на кнопку. Интересно, что произошло? За шкафчиками проход в темноту. Тайный проход? Эй, давайте посмотрим, что там. Вы должны знать, что хотела рассказать Мейпл. Верно, ну давай. Ну вперед, ну с богом. Это тоже самое, наверное, что мы, что тут здесь. Опа. Что такое? А, ничего. А, это его галлюцинации. Я подумал, что это кукла Кейджа, но это галлюцинации, наверное, были. Вах, переутомился. Интересно. Хей, пить хотите? Только здесь все напитки горячие. Как горячие, а? Я хочу чай с лимоном и медом. Кутаро, Кейдж, вы тоже себе возьмите? Ух, ничего так. Тебе нравится? Прям как старые добрые. Вы немного расслабились с помощью автомата с напитками. Ты куда это? А куда идти-то? Уф, жаль, что это не сканер отпечатка пальцев. Да, я так и думала. Она попыталась приложить палец. Большая коробка с надписью «Отремонтирована». Вы открыли коробку. Блин, я почему-то думал, что там голова будет. Не знаю, чья. Но я предположил сразу, что будет голова какая-нибудь. Я отрубленная голова? Это же Мидория. Не, просто кукла. Тут еще какая-то бумажка. Посмотрим-ка. Мастеру Хиори, простите за задержку. Починка левого глаза области вокруг него завершена. После зарядки все должно работать идеально. Как будто курица ляпой накалякал. Что это такое? Запасная деталь? Запасная голова. Может, стоит забрать это с собой? Ты серьезно? Вдруг пригодится. Получен Мидори, скобка голова. Кукольная голова из коробки заработает, если зарядить. В записке написано, что ее левый глаз починили. Так, а комната с зарядками... На 5-м этаже. Так, окей. Окей, только куда дальше идти? Сюда, может? А может сюда, а может сюда? Так, куда идти? Лифт работает, но идет только наверх. Куда можно поставить голову? Где понадобится, может, голова? А, можно Мейпл дать ее. Эй, Мейпл, вот, Хиори. А, Хиори, я так рада. Спасибо, значит, вы нашли фонарь? Мейпл, расскажи все, что знаешь. Пожалуйста, хорошо. Я расскажу вам о банкете. Банкете? Банкет. Последний акт промежуточной игры. Это единственный способ выиграть. Чё? На воротах было написано. Когда соберутся мертвые, банкет начнется. Речь о манекенах.
каком-то смысле ты прав, но нет. Имеется в виду гробы. Обычно в гробах лежат мертвые. На кладбище есть 7 гробов, то есть надо... А что надо сделать? Надо всем лечь туда, что ли? Когда в них снова будет 7 человек. Банкет начнется конкретный человек. Или куклы тоже считаются. Таким образом, даже манекены могут быть спасены. Сколько у нас человек осталось? Сара, Кейджи, Кутаро, Элис, Кана, Гин. Я никого не забываю больше. Элис. Элис, Сара, Кейджи, Кутаро, Кана. Элис, Сара, Кейджи, Кутаро, Кана, Гин. Блин, я что-то я, по-моему, кого-то забываю, но может быть нет. Как это работает? Нам ведь нужно убить своих партнеров. Вам правда так сказали? Что? Ага, если снова не хочешь стать трупом, до конца игры партнер должен занять твое место. А, вот что это значит. Значит, надо в гроб лечь. Занять мое место. Просто сделай из нее труп, убей ее. Кто-то должен занять ваше место. Ваша настоящая цель — создать себе замену. Убить их значит просто положить их в свой гроб. Подойдет кто угодно. Кукла, человек, живой, мертвец. И все? Что за... У нас с самого начала не было причин ругаться с манекенами. Если вы выиграете, бомба в ошейниках выключится. Но что насчет заряда? Если мы разрядимся, то умрем, так? Нас точно зарядят после конца игры? Я не знаю. Хиори может не видеть ни вас, ни во мне ничего, кроме элементов игры. Подождите, а если 7 человек лягут туда, 7 манекенов и кукол, манекенов и человек, то только они выживут? Или вообще все выживут? Или только 7 человек, потому что у нас явно больше 7 человек здесь, насколько? У нас человек 10 как минимум. Не буду пересчитывать всех. Нет. Но видишь ли, Май, ты просто застынешь на месте, тело останется. Вас можно вернуть к жизни. Но никто этого не сделает, да? Кто станет этим заниматься? Никто в Уснуар нам не посочувствует. От нас собирались избавиться с самого начала. Им просто нравится наблюдать, как мы страдаем. Мы это сделаем. Я пока хз как. Но мы вас не бросим, ни за какие шиши. Кутара. Блин. Почему ты-то потом бегала? Почему ты бегала потом с карты куда-то туда-сюда? Почему Кейджи сказал не подходить? Где Кутара находится? Что происходит в настоящее время, вообще непонятно. Это ладно, тут хорошо. Тут все понятно более-менее. Потому что мы команда. О, круто сказано. Шмыг. Все будет хорошо. Вы вместе, не бойтесь. Так замечательно. Увидев вас, я, кажется, Мейпл. П-п-п-п-п-п-п. Эй, Мейпл! П-п-п-п. Черт, она умерла? Мы ее починим. Идем, молча, идем. Спасибо, Мейпл. Но пойдем уже в следующей серии. Вернемся мы к настоящему тоже в следующий раз. А пока что остановимся и спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайк, если понравилось это видео, вступайте в группу ВКонтакте и до скорых всем встреч и пока.